век глобальных перемен, когда идут постоянные организационные изменения, должность руководителя предполагает обладание не только какими-то управленческими навыками, но и учит быть готовым к внешним изменениям, внутренним изменениям, которые происходят в нашей жизни ежедневно. В игре идет акцент на групповые обсуждения, которые дают каждому участнику возможность посмотреть со стороны, что кто-то тоже может ошибаться, и что выбор стратегии может быть не всегда верным, и своевременная корректировка дает возможность все-таки прийти к заданной ранней цели. Плюс еще идет акцент на отработку эффективной коммуникации, что, как мы знаем, является залогом успешного руководителя на сегодняшний день. Изначально бизнес-игра «Возрождение» была частью тренинга, который включал в себя индивидуальные коуч-сессии для каждого участника. Благодаря этому были выявлены основные сложности работы отдельного сотрудника в команде. Например, слабо развитые навыки стратегического мышления, коммуникации и другие. Все это мы учли при создании бизнес-игры. Помимо всех вышеперечисленных достоинств, игра позволяет проводить ассессмент сотрудников, составлять психологический портрет сотрудников, что является жизненно важной информацией для каждого руководителя. Хотим поблагодарить всех участников, всех тех, кто нас воодушевлял, поддерживал и помог вывести эту игру на рынок. Ура! У нас получилось! И всем спасибо! Помните, как в той фразе «Что наша жизнь – игра?» Давайте жить играючи, развиваться и идти к поставленным целям.